Ребята, пришло время для секретного голова. Чего? Это традиция Брэдлвудского желанника. Полная секрета. Подойдите ближе, пони. Позвольте священному желанному сосуду раскрыть вашего пони. Так, мы вытягиваем имена из шляпы. Типа того, но с магией и тайнами. Эй, это моя шляпа эльфа, а я ее искала. Тишина! Настало время секретного выбора. Можете тайком проверить, с кого вы вытянулись. Теперь идите и сделайте им подарок. Погоди-ка, сделайте? Ты имела в виду купите? Мы не мастера Изи. Секретный голоп велит сделать лучшие подарки. И помните, пони. Дай угадаю, нам нужно сделать это тайно. Ты точно этим в первый раз занимаешься? Для фоток меня из парки. И с красными блестками. С парки на любимые. Спасибо, кто бы ты ни был. И кто же это мог быть? А, Рудольф? Самое то для моей детективной работы. Увеличительное стекло. И из конфетных оберток, которые ничего не увеличивают. Кто бы его тебе не сделал, должно быть, он очень хорошо тебя знал. Полагаю, я буду просто подносить голову ближе к улике. Идеально для создания новых продуктов мелодии Гриф. Спасибо, секретный тайный пони. Очень секретный. Вау! Это, хочется сказать, торт или печенье. Вы знали, что у нас сода закончилась? Не то, чтобы у меня были причины это знать. О, дневник! Потому что я люблю секреты и блестки. И секреты в блестках. О, было весело, Изи. Кто-нибудь хочет печенюшного торта? Прости, Изи. Видимо, мы не такие умелые мастера, как ты. И вы сделали эти подарки от чистого сердца. Это самое главное. Вау, зацените! Мечтинское чудо. Да, вот это я хотела сделать. И я. Изи, твой дневник остался прежним. Потому что он уже идеален. Ау! Пони, глядите, вон там! Надо же, похоже, там еще по подарку для всех нас. Эй, смотрите, нам всем подарили пояса для инструментов. Очевидно, что нам не помешает практика. Спасибо, кто бы нам их не подарил. Думаю, это был Спарки. Секреты так тяжело. Ой, стоп, я сказала.
Переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2022 году.